В эфир на радио Лемма пришел необычный гость. Это не какой-нибудь там знаменитый спортсмен или футболист. Не какой-нибудь инстакрасавец, хотя какой-то действительно инстакрасавец, но представитель, так сказать, совсем иного поля жизнедеятельности. У нас в гостях, дорогие друзья, енот. Здравствуйте, енот. Выбор домашнего питомца и правда необычный, но семья Шиляевых завела Виктора Евгеньевича, так зовут питомца, взвесив все за и против. Идея вообще возникла спонтанно очень. Мы себе хотели завести собачку. И пока мы определялись с породой, какую собачку заведем, мы гуглили. Google выдал нам. Да, Google нам выдавал постоянно, да, енотовидная собака, потом енот, потом все эти мимишные ролики, потом мы стали серьезно о них читать, взвесили все за и против, взяли на себя ответственность, и у нас появился через 10 месяцев енот. Еноты являются настоящей экзотикой. Этих зверьков нельзя сравнивать с кошками или собаками. Представители семейства енотовых опережают братьев наших меньших и по интеллекту, и по уровню энергетики. Пушистики обладают врожденной способностью к социализации. В руках хорошего дрессировщика полоскун превращается в существо, которое способно помочь с уборкой по дому. Но для этого придется постараться. Дрессировать зверька сложно. Достаточно сложно, потому что енот не понимает там слов там можно, нельзя, нет и тому подобное. Если он начал что-то громить, он будет громить до последнего. Начнешь ему мешать, он тебя просто-напросто сильно покусает. Поэтому нужно всегда там 24/7 за ним следить, и чтобы было личное пространство свое, не дай бог, там его не трогать, если он там что-то начал делать. То есть, ну и плюс его нужно кормить, за питанием следить, потому что еноты склонны к ожирению. Даже во время эфира Виктор Евгеньевич не сидел сложа лапки, а активно исследовал пространство вокруг себя. Такого зверька сможет вытерпеть только толстокожая натура. Человек необидчивый, который не станет стеснять и принуждать домашнего питомца. А наоборот, примет и окажет поддержку зверьку в его дюжем любопытстве. Таким хозяевам еноты станут верными друзьями. Екатерина Зверева, Игорь Егоров. Новости на восьмом.